подгрунтовать основание. Грунтовка с водой. Не заливай там сильно. Куда ты? Хватит. Алексей обрезает кусок. Ребят, клей принесите. Потеля лучше, а не клей. Потеля. Две липухи на вклейку друг над другом. Какая там сторона красивее? Обе красивые. Ребят, где у вас потеря? Время идет. Грунтуй. Лёш, ты все скрываешь. Покажи нам хоть, что ты делаешь. Может, тебя на видео снимаем. А ты жадничаешь. Лёш, и добавь клей, где край обрезанный, под торец. Это? Да, да. Да, теперь там же нету. Потому что там окантовка-то вакуум сейчас нет. Нету, получается. Да. Так, подожди, я сейчас даже камеру со штатива сниму, чтобы все это дело заснять. Поэтому посмотри, подмажь, подделай, если где чуть-чуть не хватает, проверь все. Сделай более торчащую кантовку здесь. Побольше, побольше клея. Вклейку делаешь, надо больше делать. Больше? Угу. Все вклейки всегда больше. Ну как бы я клейки мало делаю, всегда нормально. Соплю с обратной стороны убери. Что, ну, упадет сейчас, измажет тебе торец. Во. Блин. До конца сними ее.
И вклеивают его на место. Вот прихлопывалка. Вот, собственно, и все. Вот так вот лечатся проблемные места. С браконами. К сожалению, такие места бывают. Никуда от них не денешься. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.